Сегодня я расскажу, как подать заявку и зарегистрировать свой личный кабинет, который мы обновили и улучшили, где будут собираться все ваши дипломы, заявки, оценки и комментарии членов жюри и много-много чего другого. Итак, обо всем по порядку. Чтобы подать заявку, можно нажать кнопку «Здесь заявка на фестиваль», можно просто выбрать любой фестиваль и нажать кнопочку «Отправить заявку». Вы попадете на форму, если у вас уже есть аккаунт. Вы можете ввести email и пароль. Дальше вы увидите, что будет. Потом я расскажу о личном кабинете. Ну а сейчас регистрация. Регистрация максимально простая. Вы вводите свою почту. Я создал специально почту для регистрации. Нажимаем «Дальше». И идем в свою почту, где ждем письма, которое нам придет. Итак, письмо, копируем код, возвращаемся в регистрацию, вставляем его. Сейчас вам нужно написать свое имя и фамилию. Все очень просто. Придумываем пароль. Свой я вам, естественно, не скажу. Вы тоже свой никому не говорите. Заполняем. Ставим галочку. Можно ставить положение. Прочитать, как мы это любим делать на всех сайтах. Нажимаем «Регистрация» и попадаем в свой профиль, в свой личный кабинет, где будут сохраняться все ваши заявочки и дипломы, которые будут у вас появляться, тоже будут сохраняться, электронные копии диплома будут сохраняться здесь. Итак, заполняем свою аватарку. Выбираем любую картинку, которая вам больше всего нравится. Да, с вашего разрешения поставлю не свою. Поставим вот эту замечательную семейную пару. Дочку и маму. Ну, наверное. Выбираем страну. Я из Беларуси, поэтому, естественно, выберу Беларусь. Город. Телефон, выбираем код своей страны, но с вашего позволения я не буду всем прям рассказывать свой телефон. Указываем, какие на этом телефоне установлены мессенджеры, это будет удобно при дальнейших наших рассылках. Указываем свой Instagram, Facebook. У меня просто везде одинаковое. Поэтому мне тут намного проще. Нажимаю кнопочку «Сохранить». Итак, вот ваш личный кабинет. Вы видите себя, а здесь видите все фестивали, которые сейчас «Волна идей» проводит, на которые можно подать заявку. Допустим, я хочу поучаствовать в скрыжевании Минска и нажимаю кнопочку «Подать заявку» и... Здесь тоже все очень-очень просто. Я выбираю жанр, выбираю номинацию, допустим, это вокальный жанр, эстрадный вокал, возрастная категория старше 25 лет, состав соло, количество участников, система сама определила, что соло это один, как круто. Пишем свое имя и фамилию. Это нужно для того, чтобы потом эта информация перенеслась в диплом, поэтому огромная просьба внимательно заполнять заявки, это очень важно, так как вся информация будет из заявок переноситься в дипломы. Заполняем поля с красными
точечками – это поля, которые обязательно к заполнению. Без них заявочку отправить не получится. Видите, название подгруппы я не заполняю. Нету красной точки, поэтому без проблем. Название номера тоже я могу сейчас пропустить, потому что, например, я до скрежевания Минск еще полтора месяца, я не знаю, какой номер, я не уверен, какой номер я буду исполнять. Поэтому, допустим, это будет гимн «Волна идей». Но потом, если захочу, я его, конечно же, поменяю. Устанавливаем хронометраж гимна «Волна идей». И в описании, например, напишу, что я буду исполнять его с точки, чтобы звукорежиссер знал, как правильно его мне включить. Выбираю аудиофайл, который я хочу, чтобы включили мне во время выступления. Допустим, это будет какой-то небольшой файл. Выбираем. Файл загружается. Пока файл загружается, система его проверяет. Ограничение файлов до 50 мегабайт. Это касается аудиофайлов. Ну а видеофайлы, естественно, объем больше. Что загружает видеофайл? Зависит от типа конкурса. Здесь может быть и то видео, которое вы хотите, чтобы показывалось на экране, на сцене, который экран большой, экраны стоят на заднике. Если это онлайн-конкурс, то здесь вы загружаете именно свое видео, которое будет участвовать в онлайн-конкурсе. Поэтому читайте положение. В каждом конкурсе обязательно это написано. Но если ваш какой-то файл размещен на какой-то файлообменнике или на видеосервисе типа YouTube, то можете просто разместить здесь ссылку, и этого будет тоже достаточно. Когда вы все заполнили, вы нажимаете кнопку «Отправить заявку». Система предупреждает вас, что изменение жанра и состава будет возможно только через организатора, поэтому еще раз можете проверить, жанр верно ли вы указали, и верно ли вы указали то, что вы именно солист, то есть вы не дуэт, не ансамбль. Если это верно, нажимаю кнопочку «Отправить». Заявка успешно отправлена организатору, и, естественно, она появилась и у вас. В этой заявке вы можете менять абсолютно всю информацию, как я и говорил, что вы можете изменить, например, название номера. Я придумал, не буду петь гимн, буду петь фестивальный танец. Успешно сохранено, все замечательно. Возвращаемся на главную страничку. Проверяем, верно ли у меня сохранено. Да, конечно, фестивальный танец, все сохранено. Итак, все ваши заявки у вас, все фестивали, которые доступны вам на идее, есть у вас на рабочем столе. И здесь вы также видите все свои заявки. Когда эта заявка поучаствует в этом конкурсе, здесь вы будете видеть оценки членов жюри, дипломы. Это все будет храниться у вас в вашем личном кабинете, которому у вас, только у вас есть пароль. Спасибо. Регистрируемся, подаем заявки. Ждем вас на волне идей.